Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло О. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла вишневых косточек 30 мл. Масло вишневых косточек – это чрезвычайно легкое увлажняющее, омолаживающее масло, которое хорошо питает молодую и восстанавливает зрелую кожу, защищая от негативных воздействий ветра, солнца, выхлопных газов и неблагоприятных компонентов декоративной косметики. Масло вишни имеет еще и противовоспалительное действие и свойство сужать очищенные поры. Приятно применение, потому как легко наносится и растекается по коже, быстро проникая в эпидермис. Косметическое действие масла вишневых косточек таково. Предназначено для сухой, возрастной, чувствительной кожи с признаками усталости и увядания, но абсолютно благотворное для нормально здоровой кожи. Благодаря лимонной, салициловой и яблочным кислотам осветляет кожу и отбеливает пигментацию. Расслаживает кожу, сглаживает морщинки, складочки, придает упругость. Очищает и хорошо тонизирует кожу, способствует сужению прочищенных пор, снимает воспаление, успокаивает пораженную кожу, устраняет шелушение. Придает коже матовость и здоровый цвет. Отличное масло для массажных составов, очищающих тоников, легких флюидов, мыло для лица, тайпинных масок и других косметических средств, включая средства для век и губ. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем масло вишневых косточек нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!